Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа Люберцы. Руководители управлений и ведомств отчитались в работе, проделанной за последнюю неделю. Подробнее в нашем сюжете. За последнюю неделю в Люберецком округе было ликвидировано 4 пожара, среди которых возгорание строительного крана на улице Шоссейная у дома 36. При пожаре в квартире на улице Гаршина погиб мужчина 39-го года рождения. И также пожар в Тамирино. В результате пожара обгорела мебель в коридоре и частично на комнате на площади 30 квадратных метров. Без пострадавших. Здесь подразделением пожарной охраны было спасено 4 человека, из них 2 детей. Аварийных отключений по тепловодоэлектроснабжению не производилось. В единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило 3050 обращений, в основном о перерасчете за отопление. Сейчас с управляющей компанией ведем работу по информации в соцсетях касаемо начислений, чтобы жители понимали причину таких больших платежек. Продолжается ремонт дорог в округе. За отчетный период заделано 605 ям общей площадью 873 квадратных метра. Асфальт, где там была небольшая какое-то углубление, становится большая яма. Поэтому ямочный ремонт, в первую очередь, надо уделить самое пристальное внимание, создавать группы и этим очень плотно заниматься в ежедневном режиме. Стремиться к тому, чтобы ям в Люберцах не было. В настоящее время в Люберецком муниципалитете болеют коронавирусом около 1700 человек. Вакцинация продолжается. Прививки сделали более 260 тысяч жителей округа. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.